Вновь привет, друзья! В этом коротком уроке я покажу еще один вариант использования обработки по числам, а точнее имитация солнечного блика и тени. Рекомендую посмотреть предыдущие мои уроки по этой теме для более легкого понимания всех моих действий. Вынесу ссылку в правый верхний угол. В этом примере я использовал LAB, но если вам удобно в RGB, используйте его. Перехожу в изображение, режим LAB. Далее по стандартной схеме кривые. Расставляем точку 1, где создадим блик. Точка 2, откуда берем блик. И начинаем подгонять данные. Инвертирую маску. Далее мягкой белой кистью с прозрачностью 10-15% рисуем по месту, где хотим проявить блик. Следует запомнить, что солнечный блик имеет разную яркость на поверхности. Ближе к середине он ярче, потому в центральной его части пытаемся проявить его как можно сильнее, проводя кисточкой несколько раз, или увеличив непрозрачность кисти до значения больше, но рекомендую кисть с малым процентом прозрачности. И проводить несколько раз для более натурального и аккуратного результата. Если яркость блика вам кажется недостаточной, можно в кривой увеличить яркость, приподняв главный канал RGB или в нашем случае канал L вверх сильнее. По такому же принципу все делаем и для тени. Ближе к середине тень темнее, на краях более прозрачная и растушеванная. На этом все. Спасибо за внимание, подписывайтесь, тренируйте силу кривой, стимулируйте свою фантазию, используйте ее разносторонне для преображения фото.